Еще с детского сада начали разговаривать дети про машины. Моя дочь заявила сразу, у мамы машины нет. Как это? А объясню, потому что у мамы за рулем дядя Вова. Особенно, когда приезжает понятно. Дядя Вова водитель, со мной уже 10 лет. И ребенок запомнил, что... А дядя Вова всегда отгоняет ребенка. Она не дает пальцем провести по машине. Ева, отойди! Ева, он ее намывает, начищает. То есть это дядя Вовина машина, да? Поэтому у мамы машины нет. И меня это устраивает. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.